Дело плохо. Полиция наступает мне на пятки. Они еще вернутся, и в следующий раз они меня возьмут. Агата моя последняя надежда. Похоже, она понимает, что со мной происходит. Надеюсь, на этот раз она ответит на мои вопросы. Агата! Агата, это Лукас! Старая дровяная плита. Кофейник еще горячий. Раковина. Кто-то выпрыгнул из окна. Сэр, мне нужно узнать ваше имя, чтобы записать ваше сообщение. Сэр, наряд полиции будет у вас через несколько минут. Сэр, вы меня слышите? Агата! Ее убили. Она была единственной, кто мог мне помочь, единственной, кто знал. Может, она что-то мне оставила? Ответ может быть где-то тут. Быстро, у меня есть пару минут, чтобы обыскать ее квартиру, пока не приехали копы. Что тебя сюда привело, юноша? Скажи, как выглядит твоя клетка? В клетке лежит листок бумаги. Черт, дверца закрыта. Тут должен быть ключ или что-то, чем можно было бы взломать замок. В мешочке с кормом лежит ключ. Газетная статья 1928 года. Зачем Агата мне это оставила?
Полиция, есть тут кто? Эй, Кевин, вызывай скорую, тут на полу тело!